Так, друзья, видите, какой у меня здесь бардак? Ветром все это задуло, обрезки. Проверяю новую камеру, новый телефончик. Вышли на прогулку. И там вот тоже у меня сдуло-задуло. Сейчас спрошу у Марка, какое сегодня число. Десятое апреля, друзья. Проверяем камеру. Время часов 4, наверное. Он мне сказал, я что-то не услышала. Такая вот проверка камеры. 10 апреля. На улице достаточно прохладно. Ночью прошел дождь. Ну вот у соседей смотрю. Почки. И уже маленькие фрукты. То есть видно на дереве, что будет. А на нашем дереве не видно фруктов. Кстати, сегодня приходили Марика и Давид. И вот они мне все перестановили на новый телефончик. И спросили по поводу наших фиков. Фиковое дерево. Урожай есть или нет? Я сказала, что мы еще не видели. Дерево уже 5 лет. Потому что вместе с Марикой мы сажали. Она говорит, а у нее на дереве уже год как родится, и оно маленькое, то есть человеческого роста. А у нас, видите, какое дерево большое, а толку нету. Смотрю, здесь деревья пообрезали. Молодцы. Этот дом, кстати, продается. Я, наверное, хожу-хожу, камера трясется, потому что... О, Господи. Что-то там они кино снимают. Они кино снимают. Смотрите, спектакль. Сейчас я вам... Смотрите. Вы видите? Блин, они кино снимают. Вот она, хозяйка, сидит с Марком, разговаривает. И он мне показывает тихо-тихо рукой, пальцем. Рот мне закрывает. Так что, друзья, у нас тут кино снимают на вилле. Рядышком с нами. Какое-то кино. Сейчас мы узнаем. У Марка спрошу я. Так, друзья, рассказала она, что это идет дипломная работа одного студента, которая в Лукарно. Лукарно. У нас школа театра кино. И студенты по 20 минут целую неделю снимает у нее фильм, историю про одного мужчину 50 лет, который болеет Альцгеймером. Вот. Говорит, что вот несколько серий целую неделю по 20 минут снимают. Интересно. А молодежь, молодежь, друзья. Студенты. Дипломная работа. Взяли у нее в аренду по 20 минут вот это, со всем ее обстановкой. Но она, знаете как, она делает там ремонт. Ну, какой ремонт? Реставрацию. Реставрацию дома в таком же плане, как он и был. То есть ей самой нравится это. Такая вот обстановка. То есть я видела, что у нее окна не помененные. А живет она уже здесь больше 10 лет. Она с немецкой Швейцарии приехала. Вот. И, в общем-то, сказать больше мне нечего. Почему именно эта тема? Потому что сам режиссер, который это все снимает, он имеет родственников, которые работают именно в больнице, то есть врачи. Отец у него врач, именно эта тема у него он лечит, поэтому ему очень знакома эта тема. Вот режиссер и сценарий он такой выбрал,
Что вам еще показать? Ну, мы идем дальше, потому что мы делаем прогулку. Сегодня замечательная такая погода, но прохладненько по сравнению с теми днями. А птички поют. И она сказала, что у нее и в парке это все снималось как-то. Ну, то есть, вот дом и вокруг дома какая-то вот такая вот история, да? А я вам говорила по поводу этого дома. Этот дом продается за 1 200 000, если кому интересно. Вот. Дом большой, больше, чем наш, в 2 раза. Вот, наверное, где-то 400 квадратных метров, ну, может, 350. Так, ну что, идемте дальше. Смотрите, как у нее тут она убирается. Убирается, вон у нее стоит корзинка. Вот это дерево же отцвело, и вот она собирает. А сколько у нее еще цветов? Просто шикарно. У меня тоже тюльпанчики уже зацветают. Так вот ухожено все. А си? Перке? Какой пенек, и все вот так вот украшено. Так, ну что, друзья? Фургоны дики. А, Марко говорит, он видел этот фургон здесь на неделе. Но он говорит, я не знал, что они тут кино снимают. Вот этот дом продали за 400. Коричневый. Женщина одинокая. Ну, как бы... Муж у нее умер, Томас, и уехала Анна у нас в сторону Люцерна. Вот. Говорила она прекрасно на итальянском. Я у нее как-то там снимала, когда цветы зацветали и на глазах расцветали. А это вот кладбище наше, местного разлива. Я вам желаю здоровья и удачи, долгих лет жизни. С вами была Елена Дергетис, Акварос. Вот такая вот прогулочка. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Комплименты. Проверьте, что вы подписаны, не подписаны. Потому что так бывает, что... Заходите, а там вы уже и не подписаны.